Да какая разница, если... вон и целую попейте, да и все, что оттуда пить, что оттуда пить. Вы что, с этой лодки не пьете? Скота, что держите? Что какая разница, что оттуда пить, что оттуда? Очень невежливый и очень предприимчивый мужчина по имени Сергей с озвученной фамилией Зеленин предлагает односельчанам пить из лужи, потому что по осени решил, что колодец около его дома потенциально опасен для внуков, что в гости приезжают. Выкопали его много десятилетий назад, единственный на всю округу с питьевой водой, стал недоступным для людей. Нам уже больше, как говорится, некуда было обратиться, как... к вам. И мы вас просим, помогите. Колодцы есть не во всех дворах. Сейчас многим приходится ходить по соседям и просить разрешения набрать пару ведер. Но доводы односельчан суровый мужчина слушать не хочет. Ты вообще уйди отсюда. Почему вы так ведете? Вот хозяйка, а ты вообще никто. Нет, мужчина стоит на своем, прав и точка. Мол, колодец был старым, в него внучка чуть не провалилась, а ломать, как известно, не строить. Поэтому вместо того, чтобы предложить соседям отремонтировать источник питьевой воды, он какими-то путями добился разрешения, и теперь здесь есть только труба для пожарного рукава на случай, если вдруг. И судя по горячему нраву товарища Зеленина, попить он никому не вынесет. Я купил землю, мне сказали, это типа мой. Ну это к вашей земле не относится. Не надо. Меня не надо снимать. Не надо. Перчатки грязные, нет. Тубирят объектив. А у тебя машина грязная. На каком основании колодца не стало, мужчина показал. Вот документы, разрешение из администрации. Якобы были местные опрошены и сказали, нам не надо. Однако люди уверяют, опрос проводили чиновники среди тех, у кого есть во дворах колодцы с питьевой водой. Нас поставили перед фактом. Некоторые, значит, позвонили, сказали, что был председатель. Вот к двоим или троим здесь подошел и спросил, нужен ли вам колодец. Естественно, жители напротив, вот живущие, они сказали, нам нет, но есть семьи, которые нуждаются, у которых нет своей питьевой воды. Этот колодец был выкопан очень давно. Я здесь практически вот всю жизнь всегда воду брали, особенно засушливый год, 10-й, по-моему, был. Мы все сюда приходили, вода чистейшая. Как людям жить? Вопрос хороший. Его мы решили задать в администрации Саловского сельского поселения. Там нам, правда, сразу стали показывать документы. Вот гражданин Зеленин написал заявление, что хочет убрать колодец. Вот акт, а вот подпись главы Ноздрина под разрешением. Как так получилось, помощница ответить не смогла, но нам удалось поговорить с руководителем по телефону. Колодец был в крайне аварийном состоянии. В принципе, я его сфотографировал даже. Колодец необходимо восстанавливать. Но, значит, чтобы он в таком состоянии не болтался, значит, всю зиму, это полгода, считаю, что. Значит, я разрешил положить плиту с доступом пожарного рукава. Он не засыпан, этот колодец. Венцы на месте. Значит, демонтирована только вот эта аварийная верхняя часть, наземная часть. Значит, барабан, ведро, цепь. У меня в администрации находится. Вот и барабан, и ведро, и цепи. Еще нам глава администрации обещал, что в первых числах мая встретится с местными жителями, чтобы принять коллективное решение – восстанавливать этот колодец или копать новый. А потом надо будет изыскать средства, чтобы мексиканские страсти в Саловке сменились размеренными буднями. И людям было где взять воду, чтобы попить. Дина Мустаева, Григорий Денисов. Наши новости из села Саловка Лямбельского района Мордовии.